Посмотри на это! Посмотри на это! Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Это снова гном. Синдри? Сюда. Эй, как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Мы внутри. Канатуя! Ну, конечно. Ку-ку-ку!
Тихонько! Отец, берегись! Это все. Ого! Вот это впечатляет!
Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Я думала, они посильнее. Беги за ними! Пути восстанавливаются. Whoosh!
кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышу? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Назад! Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Прыгай! Ага! Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Красота! Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно.
Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я жди хочу... здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я знаю его, а он не знает меня и, похоже, не хочет знать. Я сильный, я умный, я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты! Всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде выпусти стрелу в камень.
сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Стрела не пробьет то, чем покрыт камень. Впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх.
Смотри. Будешь везде его носить? Может быть. Синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Что это значит? Семя. Запомни форму.
Ну, ясное дело. Ну, давай. И муж, и зверь, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы думали? Точильным камнем? Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Ну, к делу. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И?
Но отсюда нет пути наверх. Я знаю. Стреляй на слух. Учись. Учусь. Как мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл. Может, пойдем уже? Ты точно хочешь таскать его в руках? А что будет, если на нас нападут? Гляди в оба и молчи.
стреляй, мальчик. Я знаю, что делаю. Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Ошибку. Мы помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было бросать? Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне, лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Thank you.
Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. В свете мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались. Наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Атрей, за мной! Уже иду! Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю. Свет у нас в Мидгард. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага.
Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, в Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. А, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Что на этот раз сломали? Все равно пора сделать перерыв. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Вана Хейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай.